когда мы принимали решение о строительстве теплицы, то есть, конечно, мы изучали разные альтернативы. То есть мы ходили из того, что у нас есть доступ к очень дешевому избыточному теплу станции, есть доступ к избыточной электроэнергии на станции, опять-таки по очень хорошей цене. И изучая альтернативы, конечно, мы пришли к мнению, что один из вариантов для использования всего этого будет теплицы. Ну, как вы знаете, мы построили теплицы уже по выращиванию цветов роз и по выращиванию томатов. На самом деле в Казахстане тепличный бизнес еще развит недостаточно, то есть очень много продукции, особенно в зимнее время, импортируется. Да? Изучив тепличные технологии, мы решили, что наилучшим вариантом будет применение самых современных технологий, таких как, в частности, голландские теплицы, то есть тип теплиц Venlo, поскольку, несмотря на наиболее высокие капиталовложения, голландские теплицы, они дают гарантированную и достаточно высокую производительность. Соответственно, наш выбор был именно найти хорошего голландского поставщика с наиболее оптимальным соотношением цены-качества и наиболее современными технологиями. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников Вандерховен. Достаточно тяжелые были условия при строительстве. Были определенные моменты, связанные и со скальным грунтом, определенными задержками по логистике и так далее. Но совместно мы все эти проблемы решили. Первый наш проект был запущен вовремя, в те сроки, которые оговаривались изначально контрактом. Теплица по розам уже существовала больше года, когда нами было принято решение о строительстве второй фазы на участке земли рядом с первой теплицей. Мы уже приняли решение работать с компанией Вандерховен. Часть инженерных решений, часть материалов, всего будет поставляться нами самостоятельно на объекте. В тендере участвовал ряд голландских компаний, но с учетом, взвесив все факторы, мы остановили свой выбор на компании Вандерховен как поставщике наиболее современных и надежных инженерных решений. Наше сотрудничество началось со строительства теплицы для выращивания роз. Данный проект был определен компанией Вандерховен под ключ с привлечением своих подрядчиков, с привлечением своих специалистов. Ну, проект был начат в марте 2015 года и завершен в конце 2015 года с высадкой цветов в 2016 году. Соответственно, по томатам, когда мы начали данный проект, для нас было важно, что компания Вандерховен может предоставить нам услуги агронома-консультанта. Вдобавок к агроному, который у нас уже действует на теплице. И, соответственно, именно привлечение агронома-консультанта – это очень важно для того, чтобы понимать, насколько правильно мы все делаем, насколько в правильном мы направлении двигаемся, для обучения команды и для получения максимальной производительности. Ну, не секрет, что при всем при этом продукция тепличных хозяйств на сегодня у нас стоит дороже, чем в Европе. Понятно, что это связано с высокими затратами на строительство теплиц, но все еще есть большой потенциал для роста данного сегмента рынка.